Всем привет! Вы на канале Лайк Настя. Привет! И сегодня у нас самый волшебный челлендж в мире. Ура! Вам вручаются две волшебные палочки. Одна из них делает желтым и белым, а другая делает все красным и черным. Представляете? Настюш, выбирай ты первая. Тебе красную? Да. Бабушке достанется белая. Как же мы будем колдовать? Для начала мы с вами возьмем интересный продукт. Что это такое? Кто-нибудь знает? Я знаю. Настя знает? Да? Это же как ее? Шелковица. Правильно. И что мы будем с ней делать? Мы попробуем ее покрасить нашими волшебными палочками. Ура! А давайте бабушка попробует покрасить нашу шелковицу в белый цвет. Так, накроем. Сейчас бабушка будет произносить волшебное заклинание. Шиндер-миндер запупиндер, шиндер-миндер запупиндер. Открываем. А ну открывай, а ну. Она превратилась в белую. Сбылось, получилось. Смотрите, наша шелковица стала белой. Это плоды шелковицы, они имеют приятный аромат и сладкий вкус. А? Все-таки беленькая слаще. Покажите языки. А языки-то у вас синие, посинели от шелковицы. Вот это да. Кипучая. Могучая. Вот и следующие у нас продукты, которые мы будем красить. Настюш, открывай, смотри, что там такое. Малина. Накрывайте малинку. Теперь колдует Настенька. Давай, колдуй. Ой, Настя наколдовала. Ну, давай посмотрим, что вышло. Ничего себе. Желтенькая малина. Ух ты, вот это Настя наколдовала. Вот это да. Красная малина превратилась в желтую. Что же такие за волшебные палочки у вас? Пробуйте, вкусно? Ой, как вкусно. Может, еще попробуем поколдовать над малиной? Попробуем. Давайте, накрывайте ее. Накрывай. Бабушка, а давай посмотрим, что будет, если ты теперь желтую малину попробуешь покрасить в красный или в черный, например. Шиндер-миндер запупиндер. И Настя, мы вдвоем. Колдуйте, колдуйте, хорошо, колдуй. Потому что из желтой малины я даже не знаю, что получится. Черная. Что это? Это черная малина. Это что? Черная? Это черная малинка. Ничего себе вы наколдовали. Мы вдвоем с тобой наколдовались. Ой, как вкусно. Вкусно? Очень. Выкладывайте все наши ягодки. Ой, вот это будет праздник души. Теперь скажите, какая малинка вам понравилась больше всего? Настя желтая, так, бабушки. Сейчас, баба. Они все вкусные, но черненькая слаще. Правда? Да. А черненькая очень похожа на ежевику, правда? Да. Да, но это малина. Да, это малина. Это малина. Еще да. Хотите? Да! Держите, еще одно будем волшебство делать. Но для начала мы объявим победителя конкурса на лучшее стихотворение про Настю. Победителем стала Анастасия Волкова. Поздравляем Настеньку, Анастасию Волкову! Не забывайте подписываться в нашу группу ВКонтакте, там проходит много конкурсов. Девчонки, пора колдовать! Что же мы будем с ним делать? Нет, мы его кушать не будем, мы его будем красить. Да! Ух ты! Шиндер-миндер запупиндер, шиндер-миндер запупиндер, шиндер-миндер запупиндер. Открывай. Хотите попробовать? Да! Ребята, что из этого пробовали вы? Напишите нам в комментариях. Пробуйте. Баба никогда желтые помидоры не ела. Вкусно? Да.
Какой вкуснее, обычный или волшебный помидор? Какой? Волшебный. Волшебный вкуснее. Да. Волшебный. Ням-ням. Всем, кому понравился наш волшебный челлендж, ставьте лайки. Пока! И не забудьте подписаться на наш канал. Пока! Пока! Выбирай, что ты будешь смотреть дальше.